В Дивееве обсудили возрождение Саровской и Дивеевской обителей. Заседание провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он же был избран председателем попечительского совета по возрождению обителей. На встрече обсудили планы на ближайшее время и вопросы развития туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». О его создании глава Нижегородской области Глеб Никитин докладывал президенту страны Владимиру Путину на рабочей встрече в августе этого года. Хотелось бы думать, что и наши усилия совместные правительства Российской Федерации, правительства Нижегородской области свои плоды дают. В части туризма мы развиваем сейчас кластер Арзамас-Саров-Дивеево. Мы хотели бы создать туристический кластер, который включает в себя, естественно, развитие транспортно-логистической сети, да, создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный маршрут железнодорожный, автобусный, который везет туристов из Арзамаса в Дивеево.